Всем привет, вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Особое спасибо хочу сказать тем, кто уже подписался, практически 1000 подписчиков у меня в Ютубе. Заглядывайте в описание к этому ролику, там ссылочка на мой Инстаграм, где, к сожалению, до 1000 подписчиков еще далеко, поэтому подписывайтесь на него тоже. Также в описании есть ссылочка на длинные ролики, это прогулки по городу Сочи, которые тоже я рекомендую вам посмотреть, если вам надоели мои ежедневные короткие выпуски. И мы продолжаем. Сегодня у нас 10 сентября, время 15:30, температура воздуха где-то 27-28 градусов тепла, с моря дует легкий ветерок, но люди купаются, загорают. Водичка, конечно, не самая прозрачная для купания, но это никого не смущает. Сегодня отличная погода, жаркий и ясный день, море спокойное, только небольшие барашки от ветра. В целом замечательная погода, сезон в Сочи продолжается. Так что напоминаю, обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой Инстаграм, все ссылочки в описании. И смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!